Что вы думаете о российско-украинской ситуации сегодняшней? Ничего не думаю. Вообще, я всегда удивляюсь тому, как об этом здесь все спрашивают. Мне как-то это странно, потому что... и всякого, видимо, россиянина спрашивают. Потому что уж ежели решено, и друг друга спрашивают. Самостоятельный курс, что мы сами с усами, вот мы решили и никогда больше, то тогда нужно этому следовать без оглядки на Москву и не спрашивая, а как вы относитесь, а как вы... Похрен должно быть, как относится. Вот. Мы, у нас тут свой этот самый путь, и мы не... И было бы похрен, если бы наши братья не пришли и не отняли у нас кое-что, и заодно 10 тысяч человек уже погибло. Вот поэтому не похрен, вот в чем проблема-то. Согласен. И про это тоже уже многократно говорил, что когда был раскол Германии, то ФРГ становилось образцом для Германии. Да. Не обращая внимания, ведь не назло ГДР. Да. Случилось немецкое экономическое чудо. Ну, установите такое благоденствие, чтобы Киеву, Львову, Одессе и Харькову позавидовали не только Донецк с Луганском, но даже Москва с Петербургом. Не для того, чтобы они позавидовали. Ну, просто у вас благоденствие такое. Ведь Гамбург и Мюнхен не думали о том, что им завидуют там Дрезден и Лейпциг. Ну, а на деле получилось вот так.